Хабибу Нурмагомедову предложили принять участие в организации соревнований по грэпплингу, которые пройдут в республике в рамках чемпионата Европы по спортивной борьбе. Приглашение поступило от в Рио премьер-министра республики в рамках личной встречи. Абдусамат Гамидов поздравил спортсмена с недавней победой и пожелал дальнейших успехов. За карьерой бойца следит огромная армия фанатов по всему миру, самые преданные, конечно, в Дагестане. Гамидов поблагодарил Нурмагомедова за популяризацию спорта и здорового образа жизни, а также за то, что каждым своим выступлением он славит как республику, так и страну в целом. Спортсмен также был награжден почетной грамотой правительства Республики Дагестан. Болели, переживали, и ты на самом деле великолепно, блестяще одержал победу. Мы гордимся этой победой, что показал высокий класс, и это была великолепная победа. Сейчас мы все переживаем и ждем очередной твоей встречи на титул чемпиона. Будем продолжать работать, двигаться, все, что от нас зависит. Все, что от нас зависит, будем делать как внутри клетки, так и вне клетки.